24 апреля исполняется 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. Представляем вашему вниманию библиографическую игрушку «Мама всех зверей». Данное пособие познакомит с краткой биографией писательницы, а также ее творчеством. Ребята, используя книги, смогут ответить на вопросы, разгадать кроссворд, а также поиграть. Дорогие друзья, если вы любите читать книги о животных, то обязательно прочтите книжки Веры Васильевны Чаплиной. Все книги писательницы рассказывают о жизни животных как в зоопарке, так и на воле. Они посвящены людям, работающим со зверями и отдающим им свое тепло и ласку. Не одно поколение читателей выросло на книгах Веры Чаплиной. Ее повести и рассказы полны действия и ярких красок. Они добры и остроумны. Повествование ведется от первого лица, от имени самой писательницы, пережившей немало волнений, тревог и настоящих радостей со своими питомцами.